Навучэнцы каледжа актыўныя ўдзельнікі ўсіх значных культурных мерапрыемстваў, што праходзяць у рэгіёне. Падчас правядзення першага форуму рэгіёнаў Беларусі і Украіны яны выступілі на канцэрце дружбы. Нашы карэспандэнты наведалі ўстанову і пацікавіліся падрабязнасцямі выступлення. Народный оркестр белорусских народных инструментов – это каля 30 навученцев колледжа у всех 4 курсов. На концерте «Дружбы» яны были бадай самыми молодыми удельниками. За амаль 60 годов, что існуе коллектив, он не одной становился пераможцем республиканских конкурсов, але удел у белорусско-украинском концерте запомнится особливо. Дарыши на сцену гамельчане вышли разом с украинским оперным спеваком. Когда приехал солист, получилось, что немножко у него была другая трактовка той песни, которую он пел. Он пел украинскую песню «Два колеры». Конечно, это интересно, что под белорусские народные инструменты поется украинская песня. Но это культура у нас безграничная фактически. И очень хорошо, что вот так было. За час основания Гомельский державный колледж имя Соколовского подрыхтовал больше як 5000 специалистов. Пераважная большасть – наставники, а так само керовники хоровых коллективов и профессийные музыканты. Значная частка навученцев у свой час прошла школу народных и заслуженных коллективов. У администрации установы перакананы, отрыманный опыт обовязково спотребится в будущем. У наших выпускников проблем нет с трудоустройством и с первым рабочим местом. На 100 выпускников мы приблизительно ежегодно выпускаем около 100. Где-то 200 заявок из Гомельской области, и есть и из Минской области, из Гродно, то есть, потому что дети у нас занимаются из разных точек нашей страны. Олег Сюцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».